В нашей прошлой передаче, которую, кстати, как и другие выпуски программы, вы можете найти на сайте samaragis.ru, мы научились украшать ободок или заколки для волос милыми маленькими цветочками. И тогда же Елена Каткова пообещала научить нас создавать из пластичной глины роскошные садовые розы. Розы могут быть открытые, могут быть закрытые, но мы сегодня будем делать маленькую и большую, вот именно закрытую. Также пластик, если кто смотрел и помнит, это японская глина, которая отвердевает 24 часа. Ее нужно держать во влажных салфетках, высушивать на воздухе. Если это маленькие цветочки, высыхают 3 часа, если это большие, 24 часа внутри будет абсолютно сухо. Нам нужно глину покрасить. Будем делать пастельный цвет. Желтый очень яркий, конечно. Делаем сегодня пастельный. Берем глину. В прошлый раз у нас остался маленький кусочек. Мы будем его красить именно этим. Берем, смешиваем глину. Делаем наши шарики. Для одной розы, если это бутончик, понадобится где-то 5 лепесточков. Для большой розочки, ну, где-то 10-12. И берем, раскатываем. В прошлый раз мы резали. Сейчас мы раскатываем на руке. То есть каждый лепесточек у нас будет иметь индивидуальный, как это сказать, текстуру именно руки. Вот такой листочек. Кладем его под салфетку, чтобы не высох. Краешек тонкий должен быть. Половинку пальчика большого мы кладем на руку, половинку на пластик. И поворачиваем просто по радиусу листка. Вот такой получается листочек. Берем самый тонкий, может быть, самый длинный лист, чтобы у нас серединка была прям вот очень тонко. И закатываем в трубочку, да, вот наша серединка, прям совсем трубочка. Прям вот так закатываем. Второй. Серединка нашей спиральки. Чуть-чуть прикрываем. Куколка такая. Вот тоже серединка. И теперь наши три лепесточка. Один. Второй. И третий. И по спиральке последний листочек заходит на первый. У нас получился такой бутончик. Для большого цветка, конечно, нужно побольше. Так, двигаем. Чуть перемешиваем и раскатываем. Листья больше уже, у нас большой цветок. Конечно, я бы сделала поменьше их, но так, чтобы вам было видно и наглядно, пусть они будут большие. Напоминаю, да, половинка пальчика на ладошке, половинка на пластике. Иногда, когда один, например, листик какой-нибудь порванный, не очень ровный, смотрится еще лучше, еще живее цветок. Поэтому не всегда они должны быть ровные, все одинаковые. Берем тоже самый-самый-самый тонкий, может быть, самый не очень красивый.
какой-нибудь вот такой, например. Сворачиваем трубочку, опять же. Иголка такая. Заворачиваем как иголку. Получается. Теперь три листика. Наверное, вот таких. Так. Например. Так. Например. Мы из них сделаем два, пусть они будут потоньше. Два, три даже. Кажется, все, вот что есть цветы, почти все можно сделать. Пионы, стефанопсисы, экзотические цветы, которые растут на Гавайях, на тех же, откуда эта техника. Очень много цветов. Нарциссы наши всем знакомые, и даже гиацинты, где очень-очень маленькие цветочки, очень много их, очень даже красиво и живо смотрятся в этой технике, здорово. Когда весна, вообще замечательно. Как раз один цветок, например, на подоконнике в маленькой вазе, очень красиво. Вот роза почти открыта. Лишнее отрезаем. Теперь нам нужны листочки, чтобы у нас цветочек смотрелся живой. Возьмем зеленую пластику. Перемешаем ее, конечно. Делаем нашу любимую капельку. Берем молд. Текстурный мод. В тех же магазинах, в тех же, да, обязательно все продается, все вместе. Иногда не бывает, потому что, как бы, да, но все можно купить. Даже заказать в те же магазины, интернет, те же наши магазины. Все, немножко, да, надеваем листик. Получается такой текстурный. Сюда его можно прицепить. Можно так его сушить. Если нам хочется, можем что-то где-то подправить. Закрыть листочек, например, да, вот так вот прижать чуть-чуть, чтобы он был не очень ровный, как-то вот так замять. Либо наш листочек, чтобы он был рельефнее, ножом чуть-чуть подметь так. Чуть-чуть вот так ножичку. И будет вот такой весь. Натуральный. Теперь нам нужно подготовить наш автомат заколку. То есть ее нужно, специально продаются заготовочки, ее нужно просто облепить пластикой. Вымешиваем зеленую, чуть-чуть добавляем белого, вымешиваем ее. По размеру, ну вот многовато, прям убираем лишнее, раскатываем. Да, еще. И прям прижимаем. Чуть-чуть подгибаем, чтобы она держалась, когда высохла. Спустя несколько часов наша глина высохла, и мы можем с ней работать. Собирать нашу заколочку. Вот у нас заготовочка. Примерять можно
как бы нам захотелось композицию создать, можно с помощью заколочек таких булавочек, может быть, есть у кого-то в хозяйстве. То есть пластика очень даже так хорошо держится. Прям создаем композицию, как бы у нас была наколка. И крепим это все тоже на горячий пистолет. Можно взять суперклей, но там есть свои нюансы, подержать просто нужно подольше. Возможно, вот такое большое расстояние между цветами не всем понравится, поэтому берем макетный нож и просто отрезаем лишнее. То есть вот цветочек садится лучше. Все, ждем, пока клей остынет. В принципе, все. Смотрите, какая замечательная вещь у нас получилась. Оставляйте ее себе, дарите подружкам, знакомым, украшайте интерьеры. Они нравятся всем, и вы умеете это делать. This is like on the side.